Ну сейчас посмотрим. Привет всем! Не, ну сейчас он типа со временем, он там, допустим, секунд 30 проходит, он начинает писать там, что ему скорости не хватает. Можно кубик достать. Ну, обычно перед камерой. Ну, может, мало ли, вдруг он там на цвета реагирует как-то. Вроде пишет. Пока 30 секунд. Ты как-то не замечал раньше? Ну, может, знаешь, просто ролики короткие, знаешь, там одну сборку кто-то записывал там. А она там всего 30 секунд. 45. Ну, сейчас подождем. Завтра когда, утром уже шли? Ну, где-то. Днем. Сейчас 40 у меня. А, это? Это до Симферополя? Где-то посреди дня. До Феодосии. А. Круто, мы были рядом. Сейчас минута. Сейчас чуть-чуть подождем. Так прикольно смотреть через монитор на кубик и пытаться увидеть цвета. Ага. Отставание заметно? Да нет. Ну как? Конечно, если там уже потом на мониторе посмотреть, если очень быстро собирать, так-то одной рукой не очень быстро, ну как бы. Блин, вроде пишет. Ну, значит, наверное, на 4 тоже будет писать. 4 есть у тебя? Вот. Ну, сейчас еще на 4 проверю. Уже дособеру. Ну, да, не бросать же это все. Ну да, все-таки же, это же, блин. Так, ну, короче, раз минуты 50 пишет, значит, наверное, не будет у меня проблем.